Здравствуйте, вышла из отношений, которые чувствую, меня разрушают. Как найти силы и не свернуть? Не поддаться ностальгии с пути. Как говорит моя подруга, фокус на себе. Важно понять, что вышли из отношений вы. Вот была кучка какая-то, говнишка или конфеток, вы в нее зашли, и вы из нее вышли, и вы идете дальше. И ваша задача разобраться, куда вы хотите идти дальше. Вот у вас может быть цель ходить по кучкам и думать об этой кучке, а может быть цель идти дальше, да, думать о том, чего я хочу, чем я хочу заниматься, как я хочу улучшить этот мир, как я хочу улучшить себя, каких отношений я хочу. Не о кучке думать. Вот у нас у девочек есть такая проблемка, мы зависаем в кучке, да, мы вышли из нее, молодец. Как говорю своим детям, иди купи себе пирожок. Вот, молодец, умница, вышла. Зачем ходить вокруг этой кучки, когда мир огромный? Ну какая ностальгия, ну я вас умоляю. Ну полно мужиков, полно классных мужиков, полно офигенных мужиков. Понятное дело, что если вы там были в браке 35 лет, у вас была сумасшедшая любовь, и что-то там такое произошло, я еще могу понять. Но чаще всего это просто какие-то отношения, к которым вы привертелись, в которых наверняка было много не очень хорошего. Вот, и вот вы сидите вокруг этих отношений, и это весь ваш мир. Расширьте свой мир, займитесь чем-нибудь классным, подумайте о том, чего вы хотите, займитесь этим, просто переместите фокус с этой кучки, и все будет хорошо.